Здравствуйте, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами своим заказиком материала из магазина «Творческий оазис». Я знаю, что вы смотрите меня с разных уголков мира, и этот магазин международный. Физически он находится в России и отправляет посылки по всему миру. Товары отправляют Почты России или транспортной компании СДК. Свою посылочку я заказывала СДК. Это очень удобно и выгоднее по цене, чем почта. Для моих зрителей скидка на первый заказ 10% на весь ассортимент группы «Творческий оазис» по промокоду «ОАЗИС10» за исключением акций и распродаж. Ссылочка на магазин будет в описании под видео. Упаковано все очень хорошо. Герметичный почтовый пакет. Дополнительно все завернуто в пупырку. Ювелирная красота и кабошоны запакованы еще в отдельные пупырки. Весь материал дошел в целости и сохранности. Разнообразие товаров в магазине очень большое. Ассортимент поражает хомяка на повал, и его невозможно остановить. Хочется непременно иметь всю эту красоту у себя и создавать из нее шикарные работы. Я, конечно же, взяла себе бархатные ленты 2,5 см и 4 см. Ленты плотные, качество отличное. Хочется отметить, что каждый отрез, каждый цвет скреплен своей резиночкой, что очень удобно при дальнейшей работе. Взяла себе декоративные пушистые мини-маусы и меховые подвески темно-синего цвета. Следующий товар – это колокольчики для школьных брошей. В посылке был приятный сюрприз. Это вот такие кабошончики для Золушки. Спасибо большое «Творческий оазис» за подарочек. Очень мне понравились стеклянные шарики с камушками и пайетками звездным. Думаю, что они шикарно впишутся в декор как бантиков, так и новогодних украшений на ел. И думаю, что скоро можно начинать уже подготовку к Новому году. А вы уже начали? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Меня с первого взгляда покорили своим шиком металлические серединки в этом магазине. Я такие встретила впервые. Это серединки люкс, императорские серединки, королевские серединки. Вы только посмотрите на их шик и блеск. Заказала себе еще пряжки для бантиков. Вот такие эмалевые со стразами, бабочки и цветочки. Стразовые пряжки в форме квадрата и сердца. Такие пряжки хорошо подойдут даже к самым строгим классическим бантам. Хочется отдельно отметить разнообразный выбор пластиковых кабошонов. Вы только посмотрите, какое все яркое, качественное. Думаю, что мои маленькие клиентки будут в восторге. И несомненно плюс, что есть возможность заказать разных, хоть по одной штуке. Еле сдержала себя, чтобы не скупить все наличие. Очень довольна, ведь работать с качественными материалами всегда приятней. А когда даже просто держишь такие материалы в руках, творческий поток мыслей и идей просто не остановить. Взяла себе повязочки One Size для самых маленьких модниц. Они очень нежные, качество супер, абсолютно невесомые. Думаю, что не буду давить на головку. В ближайшее время обязательно сделаем с вами очень нежные украшения для малышки. Вы только посмотрите на разнообразие оттенков цветовой гаммы. Оно очень впечатляет. Отдельная любовь моих клиентов – это ушки. Первый раз встретила вот такие меховые, и, конечно же, они уже у меня. И просто гвоздь моей посылки – это разноцветные модные волосы. Я их ждала с особым нетерпением. Это вот такие пряди-спиральки, градиент бирюзово-сиреневый. Они меня покорили, очень красивые. И разноцветные трессы 15 см и 25 см. Но это же просто невозможно пройти мимо такой красоты. Конечно же, я накупила себе разных расцветок. Будем с вами делать шикарные яркие летние украшения с их применением. Это была распаковка моей посылки из магазина «Творческий оазис». Все материалы шикарного качества. Мои фавориты – это, безусловно, трессы и пряди-спиральки. А что больше всего понравилось вам в моей сегодняшней распаковке? Обязательно переходите по ссылочке в описании в магазин и радуйте себя такими шикарными и качественными материалами. И, конечно же, применяйте купон на скидку при заказе. Как я поняла, раскупают там все очень быстро. Мне достались не все мои хотелки. В группе постоянное обновление новыми классными материалами. Поэтому, если что-то вам глянулось, берите не раздумывая. А сейчас будет мастер-класс с применением этих красивых материалов. Кому интересно, оставайтесь со мной.